Турнир Gothia Cup в Гетеборге считается одним из самых престижных в мире. Он проводится в нескольких возрастных категориях, как для мальчиков и девочек, так и для юношей и девушек. Завершившийся турнир был юбилейным, и победа в нем таллинского футбольного клуба «Легион» тем более значима. В категории B11, то есть бойс или мальчики 11 лет, было заявлено 128 команд из 26 стран. Всего же ежегодный турнир собрал более 1500 команд со всех континентов. В состязаниях участвовали юные футболисты из 70 стран мира. 40-й раз турнир проводился, и впервые команда из Эстонии столь высоко и успешно выступила, заняла первое место, мы выиграли, и, честно говоря, я счастлив. Я счастлив за себя, за наш клуб, за своих парней, которые огромную работу проделали. Большое количество участников заставляет организаторов проводить игры в жестком и совсем не детском графике. Если первые дни команда играет по одному матчу, то ответственные стыковые игры проходят уже по две в день. Причем матчи начинаются с раннего утра. А лето в Гетеборге выдалось знойным. Температура доходила почти как в Бразилии до 28 градусов. Но наши ребята более всех оказались готовы к испытаниям. Они вышли из-под группы и на пути к финалу победили команды из Швеции, Академии Арсенала в Сингапуре, Франции, еще одну Академию, но уже из Перу, а в полуфинале еще одну сингапурскую команду. На самом напряженном выдался последний матч, тем более, что «Легион» открывал финальную серию игр. Вторым финалистом стала шведская команда из Йонкёпинга, которую поддерживали многочисленные болельщики. Финал, конечно, был тоже очень непростым. 0-1 мы проигрывали, потом вышли вперед, потом счет сравняли, и только за полторы минуты до конца мы забили третий гол, счет стал 3-2, и за 20 секунд до конца четвертый. И тогда уже зрители, которых было очень много, кстати, там, я думаю, что больше 1500 было зрителей, 3 трибуны было заполнено. Родители, дети с других команд, с разных стран. И вначале, если большая часть стадиона болела за шведов, то в конце уже матча болели больше за нас. Победу «Легиона» на турнире мирового уровня сложно переоценить. Подготовка к нему велась целый год. Работал штаб тренеров, специальный тренер по легкоатлетической подготовке. Поездка в Гетеборг вряд ли была бы возможной без поддержки родителей и спонсоров. Не следует забывать, что в команде мальчики 10 и 11 лет. Но подготовка все равно остается профессиональной. До сих пор в этом турнире эстонская команда в финал не выходила. Остается верить, что для «Легиона» эта победа лишь начало большого пути. Владимир Михалков, Вячеслав Скалец, Тит Карк, Первый Балтийский канал.